Мы подъезжаем к реке Птичь и водохранилищу, расположенному на ней. Нам очень удобно. Всего 10-15 минут, и мы на месте. Едем сначала по проспекту Дзержинского, а потом по скоростной магистрали. Возле моста через реку есть кафе и парковка машин. У самого пляжа машины паркуются просто вдоль дороги, так как от оборудованных парковок идти далековато. Жаркие дни в Минске, и мы решили с детьми вместе в будни съездить, пока есть возможность, на ближайший пляж от нашего дома. Он располагается в направлении Бреста, от нашего дома ровно 15 километров, называется он Птичь. От Букады это порядка 9-10 километров. Сейчас пойдем первый раз его тестировать. На пляж можно пройти по лесной тропинке через небольшой лиственный перелесок. Подошли на пляж, весь пляж. Это травянистое покрытие, почти нет песка. На пляже имеются столики, столы, мангалы почти у каждого стола, контейнеры для мусора с двух сторон пляжа, а также передевалки и детские различные горочки, лазилки. Я увидел фонтанчик питьевой, но он не работал. В данный момент сейчас все мангалы свободны, потому что день только. Вечером, скорее всего, и в выходные здесь будет все будет переполнено, и будет, наверное, очередь стоять на каждый мангал, как это у нас было в прошлом году на Минском море. А сейчас пойдем купаться и посмотрим, что с водой и какой здесь берег. Берег здесь, конечно, заросший даже в зоне официального пляжа. И далеко не все входы в воду пригодны для этого. Во-первых, неприятное дно, во-вторых, стоят запрещающие таблички. А там, где купание разрешено, видно, что когда-то специально навозили песок. А перед этим, скорее всего, обследовали дно. По другую сторону водохранилища находится база водно-лыжного спорта. И мы видели, как ближе к противоположному берегу не раз проносились люди на водных лыжах. Еще заметили здесь аэроплан, катамараны, лодки на прокат, а также катают на ватрушке. Какой-то выездной торговли мы здесь не заметили, кафе тоже нет, поэтому перекус берите с собой. В зоне пляжа глубина нарастает очень-очень постепенно. И буйками водохранилище делится по ширине примерно пополам. И вот вся эта территория до буйков отведена под купание людей. А за буйками уже территория лодок, катамаранов и других плавсредств. Из-за небольшой глубины здесь удобно купаться с детьми. И многие как раз-таки так и делают. Приезжают сюда семьями. Но с другой стороны, чистота воды оставляет желать лучшего. И в некоторых местах уже даже заметно ее цветение. Несмотря на то, что на исходе всего лишь первый месяц лета. В тех участках, где подсыпан песок, ситуация получше. Но все равно взвесь в воде есть. И песок самый-самый разношерстный. Попадаются и камушки, и достаточно крупные. и когда заходишь в воду, не угадаешь, где закончится насыпной песок и начнется речной ил, в котором вязнут ноги. Дальше давайте немного пролетим над пляжем и посмотрим, как далеко тянется его линия. Широкая пляжная полоса протянулась вплоть до населенного пункта Строчица, а по другую сторону Птичи расположилось еще одно интересное место – музей народной архитектуры и быта, но об этом пойдет речь как-нибудь в другой раз. Примерно в центре пляжа можно найти прокат катамаранов, лодок и даже бани. Она стоит на побережье в виде бочки. Цены на катамараны здесь немножко ниже, например, чем в Минске на Свислочи. Возле Национальной библиотеки час катания стоит от 12 до 14 рублей. Здесь 8 и 10, соответственно. Зависит от выбора катамарана – двухместный или четырехместный. Стоимость указывается за час, но можно брать и на полчаса. Детям тоже здесь есть чем заняться на пляже. Различные лазилки, горочки, качельки. Нужно отметить, что расставлены они по территории пляжа, а не сконцентрированы в одном каком-то месте. Хватает здесь и лавочек, столиков и каких-то железных турников даже. Все приспособления максимально просты и практичны. Что-то, возможно, сохранилось еще с советских времен. Видно, что за территорией следят и убирают. Кроме больших мусорных контейнеров, которые располагаются ближе к лесу, стоят и урны возле лавочек для мелкого мусора. Пляжная зона достаточно большая, и передевалки стоят по всей территории, уходят вон туда далеко на холм. Там, кстати, и начинаются деревья ближе к воде, можно в тенечке находиться. На пляже есть участки песка, насыпного, видимо, но вход в воду везде примерно одинаковый. Почти вся береговая линия заросла камышом. И только вот такие вот входы в воду, очищенные, периодически встречаются, где можно по песочку зайти в воду. Но если для людей тина и камыши – это так себе развлечение, то для уточек самое что ни на есть благодать. И тут мы их встретили огромное количество самых разных мастей. Причем они не боятся соседства людей, плавают себе преспокойно, подкармливают своих маленьких птенцов, которые держатся рядом и постоянно хотят есть. А также охотно принимают еду с рук у людей. Мы тоже попробовали их покормить. Детям это вообще супер развлечение. Они готовы были сидеть на берегу и смотреть только на уток. Хотя купаться тоже очень любят. Вот эти черненькие птицы вроде как носят название лысуха и относятся к некрупным представителям птичьей фауны Беларуси. Длина тела составляет примерно 40-45 см. Самка несколько меньше самца. Вес от полкилограмма до килограмма. Отличительной чертой является черно-серый окрас и участок оголенной кожи на лбу. Отсюда и название пернатых. Эта птица обычно гнездится вблизи водоемов и гораздо лучше чувствует себя в воде, нежели в воздухе. Живут они как по отдельности, так и небольшими стаями по 15-20 особей. Они совсем не пугливы к человеку, но несколько в меньшем количестве мы их здесь повстречали, чем других их сородичей, с которыми мы уже знакомы. Кряква – самая крупная среди наших речных уток и самая распространенная. Оперение взрослого самца контрастное и достаточно красивое. У селезня в брачном наряде голова и шея темно-зеленые с металлическим отблеском, На шее белый ошейник, прерванный сзади. Грудь и зоб вишнево-коричневые. Брюхо, бока, тело, спина и задняя часть шеи сероватые, с красивым мелким поперечно-струйчатым рисунком. Оперение самок в брачном наряде и в летний период внешне почти не различается. Самка темно-бурой окраски, но контурные перья со светлыми краями, поэтому окраска кажется пестрой. Верх головы и затылок темно-бурые, с узкими беловатыми штрихами на перьях. Самцов мы здесь что-то не заметили, но мамы старательно оберегали своих утят. А утята, как и все дети, очень непоседливые и постоянно норовили выбраться куда-нибудь в разведку. Итак, мы покупались и сделали небольшие выводы для себя. Пляж до входа в воды выглядит очень неплохо, а культурно облагорожен, достаточно большая его поверхность, громада, здесь, наверное, я не знаю, ну, 1000–1500 человек в месяц. Но какой большой минус, мы заметили в пляже, очень узкая входная водная полоса, то есть все подперто камышами, камыши, вход в воду не, скажем так, ну, неприятный, потому что и листый. Там, где вход с пляжа на служение идет, там, конечно, посыпали песок, но посыпали песок, я не знаю, гравий какой-то, крупный камни, такой вот достаточно крупный, ходишь по дну, не очень комфортно, но хорошо, что хоть хотя бы песок. Потому что со всех сторон подпирает ил, и в нем копошится, ну, поднимается вот эта вот взвесь, вода постоянно темная, ну, как-то впечатления такие немножко смазанные. Покупаться можно, но возвращаться сюда, по сравнению с другими пляжами, наверное, это не то первое место, куда ты сразу побежишь и будешь купаться. Вот. И отсутствие туалетов. Просто каких-либо туалетов. Вот. А так как вода стоялая, камыши, есть запах тины, и он, ну, скажем так, не очень приятный. Вот. Ну, дети большие. А, кстати, в камышах очень много уточек. Мы их покормили, познакомились с какими-то двумя видами. Одними темненькими, вторыми серенькими, коричневенькими. Ну, собственно, отдыхаем. И мама. А вот еще ну и не понимаем, кто это? Мама или папа? Ну вот они, пищит. Это мама, наверное. И следует за ней, потому что у нее действует импринцип. Вот сзади даже, вот там потерялся. Когда нашим детям надоело купаться самим, они решили делать это вместе с утятами и залезли в ту лужу, в которой барахтались утята, наблюдали за ними и играли, бросая им комочки ила. Кажется, что все были довольны. Если для купания здесь не самое лучшее место, на наш взгляд, то для птиц, рыбы и спортсменов-воднолыжников очень даже замечательное место. Перегородив плотиной реку Птичь в 16 километрах от Минска, в окрестностях села Волковичи, гидрологи подарили спортсменам-воднолыжникам отличный водный стадион, как для соревнований, так и для тренировок, а любителям рыбалки – богатый рыбой водоем. Площадь его около 3,5 километров в длину и всего полкилометра в ширину, а наибольшая глубина составляет 6,5 метров. Здесь обитают окуни, карпы, плотва, пескари, караси, но могут повстречаться и судак, щука, линь, налим, крупный ёрш и уклея. Наше же пребывание здесь потихоньку подходит к концу, и сейчас мы подведем небольшой итог. Итак, мы для себя решили, что это место не входит в топ-5 мест, которые мы бы посетили бы еще раз многократно. Сюда, конечно, можно приезжать, отдыхать кратковременно, хорошая береговая линия. Но вход в воду, конечно, оставляет желать лучшего. Кстати, за мной сразу сейчас плавает ОСВОД и контролирует безопасность на воде. А пока стоит теплая погода в Беларуси, мы будем ездить и знакомить вас с интересными местами. Смотрите нас.